Привет, друзья! В этом видео мы покажем, как укоротить молнию. На молнии ставлю две отметки. Первая – это нужная длина. Вторая – припуск на шов. Стопоры буду использовать от молнии. С помощью тонкой отвертки снимаем стопоры. Не используйте для этого свои портновские ножницы, вы их испортите. Аккуратно отгибаем усики. Теперь устанавливаем стопоры на первую метку. Усиками прокалываем ткань и выводим их с лицевой стороны. Аккуратно плоскогубцами загибаем усики и прижимаем стопор. Также устанавливаем вторую деталь. Отрезаем молнию по второй отметке. Спираль подрезаем очень аккуратно и срезаем ее с припуска. Вот и все, молнию мы укоротили, теперь ее можно спокойно вшивать в куртку. Пожалуйста, оцените наш небольшой мастер-класс. Правда, это очень просто — укоротить длинную молнию. Теперь она для вас не проблема. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Всем пока!